В новой рубрике «Хочу сказать» мы узнаем у саровчан, какую еду они больше предпочитают – вкусную, полезную или вредную. Пойдемте. Что ты любишь больше всего? Овощный салат, фруктовый салат. О, расскажи рецепт. Берешь йогурт, желательно какой-нибудь питьевой, и там дольки апельсинов, мандаринов, яблок, банан, все кидаешь и заливаешь. И это полезно? Да. Ну а расскажи, вот может быть какой-то рецепт есть полезной еды у тебя? Салат. Какой? Из яблок, моркови и капусты. Ого, а чем его надо заправлять? Можно немного сахара или соль. А какую еду предпочитаешь, вкусную или полезную, и почему? Я предпочитаю полезную и вкусную, потому что мне кажется, что полезная еда почему не может быть вкусной? Много полезной еды, которая на самом деле вкусная. Ну да, это даже те же самые фрукты и овощи. Почему они могут быть невкусными? Ну а вот вредную ты все равно же, да, предпочитаешь? Что больше? Ну вредную на самом деле не очень хочется, потому что, ну как танцор, я, может, знаю, что это как-то потом отразится не так на мне, и я этого не хочу, поэтому я предпочитаю, например, полезную. Какую еду предпочитаете, вкусную или полезную? Чтобы была и вкусной, и полезной. А это как? Овощи, фрукты, молоко, творог. Какую еду любите, вкусную или полезную? Чтобы сочеталось вкусной и полезной. А стараемся. Это как? Готовить с душой и покупать качественные продукты. Полезную. Почему? Потому что полезная – это лучше, чем вредная еда. Ну, а расскажите, какой-то, может быть, рецепт есть вкусной еды? Полезный, точнее. Полезный? Яичница. Чем она полезна? Она полезна, там есть белки. А расскажи, какую полезную еду ты любишь больше всего? Помидоры, огурцы, салаты всякие. Полезную. Все. Почему? Потому что она полезная. А чем? У нее больше микроэлементов, больше полезных веществ, всяких вот витаминов больше. Полезную. А расскажи, что такое полезная еда? Фрукты, овощи. Поэтому ты сейчас газировку пьешь? Я просто попить захотела. Большинство из нас предпочитает полезную еду. Но кого мы обманываем, друзья? В глубине души, где-то очень глубоко, мы любим вкусную и вредную пищу. Поэтому собираем вещи и идем поедать гамбургеры. С вами была рубрика «Хочу сказать». У-ху!